Красноярском крае празднование Международного дня танца стало очень популярным мероприятием. Акция «Танцуй край» в нашем Курагинском районе стала такой многочисленной, что центральная площадь едва вмещала всех желающих потанцевать. Всех любителей танцев поприветствовала председатель районного совета депутатов Любовь Заспа. Я хочу сказать, Всемирный день танца, день танца в Курагинском районе. Танец – это движение, движение – это жизнь. И обратно, жизнь – это движение, движение – это танец. Танцуем, отдыхаем, наслаждаемся танцем. Всего вам самого доброго, удачи, хорошего, позитивного настроения, весны, солнышко, зелени и уже цветов. С праздником! Организаторы акции, Управление культуры администрации района и районный дом культуры решили напомнить всем об истоках танцевального искусства, народных танцах, и пригласили всех желающих вначале на танцевальный флешмоб «Национальные мотивы». Очень радует то, что в прошлом году мы первый раз провели такое уличное мероприятие, уличный флешмоб, и было гораздо меньше участников. Сегодня участники нашей акции – это и школьники, и творческие коллективы, и представители. У нас Черемшанское муниципальное образование, Черемшанский сельсовет, потому что они для нас подготовили замечательный национальный флешмоб. У нас здесь просто представлено все многообразие танцев и народных, и современных. Я думаю, что будет очень интересно, и эта энергия, которая будет исходить от наших сегодня участников, я думаю, что она передастся всем и зрителям, и участникам сегодня такой масштабной акции. Что мы надеемся, что ежегодно количество участников будет увеличиваться, возможно, будут какие-то другие формы, но вот эта форма нам очень понравилась в прошлом году, и вот она нашла поддержку у населения, у детей, у молодежи. Показывали всем пример участники танцевального коллектива из Черемшанки под руководством Янцы Самариса. Как оказалось, народные танцы не такие уж и простые. Впрочем, участникам флешмоба было интересно и весело, даже если что-то не получалось. Продолжили акцию участники ансамбля «Яралаш». Их энергичные движения могли повторить все, от самых маленьких до взрослых. Воспитанники детского сада «Рябинка» пригласили всех на веселую зарядку. Их поддержали участники танцевального коллектива «Солнышко», районного дома культуры и все родители. Наиболее активное участие во флешмобе «Танцуем вместе» принимали ученики курагинских школ номер 1 и 3 Рощинской школы. Анастасия Бечикова из Рощинской школы хотела бы, чтобы такие акции проводились хотя бы раз в месяц. Ну, хотя бы для начала, хотя бы раз в месяц, можно сказать. Выезжать так, развеяться. Нам очень понравился этот праздник. Мы получили море позитива, удовольствия, развеялись. Ну, получили много-много положительных эмоций. Массовый танцевальный марафон закончился, и все его участники смогли стать зрителями гала-концерта районного фестиваля-конкурса лучших хореографических коллективов учреждений культуры «Танцуй, Курагинская земля». На сцену районного дома культуры вышли в этот день лучшие коллективы, которые прошли заочный конкурсный отбор. Всех поздравила председатель районного совета депутатов Любовь Заспа, а руководитель управления культуры Анна Данилина вручила заслуженные дипломы участникам гала-концерта. Руководитель Евгения Иванова, Курагинская детская школа искусств.
Закружились по сцене плавные хороводы, задвигались в четком ритме народных и эстрадных танцев ноги и руки танцоров, яркие костюмы радовали глаз. День, посвященный танцу в Курагино, прошел замечательно.